Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family, и это моя рубрика Pet Shopping, где я не только показываю свои покупки и делаю обзоры, но и рассказываю, что вообще продается. И да, ребят, до того, как мы начнем, я напоминаю, что завтра, 18 ноября, мы с вами сможем увидеться в Москве в МВЦ Крокус Экспо, третий павильон. Пообщаемся, пофоткаемся, в общем, всю информацию я оставлю там в описании, приходите. Ну, конечно же, моя собака София со мной не пойдет. Софиша продолжает болеть, мы лечимся, и я, как и обещала, держу вас в курсе о ее состоянии в сторис в Инстаграме и ВКонтакте. Но вы все меня поддерживаете и просите не унывать, и чтобы поднять настроение себе, а заодно и вам, мы с моими другими собаками, Мишей, Эйвоном, Юми и кисой Алисой, почему она все время так делает, подготовили для вас сегодня новую порцию абсолютно безумных товаров для животных. Думаете, ребята, после трех выпусков топ-5 безумных товаров, которые я сняла, где были и клюшки для какашек, и нашлепки на попу, и стринки для котиков, вы видели все? Нет, ребята, сегодня будет такое, что вы даже себе представить не могли. Я лично была в шоке. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А мы начинаем. Юми, ты любишь лизаться? Да я тебя полежу. Ну да. Полежу тебя. Итак, приветствуйте, ребят, прибор для безопасного облизывания животных. И выглядит он вот так. Производители говорят, все любители целовать своих питомцев могут, наконец, не волноваться о здоровье. Специально для них мы изобрели прибор, который сделает облизывание гигиеничным. И как вы видите, заодно это будет и массажем для вашего питомца. И, по-моему, это выглядит как-то бредово. Животным, конечно, все равно, где вы держите массажер, в руке или во рту. Но это совсем не похоже на поцелуи. Вот Юми, например, нет, просто обожает лизаться. И я понимаю, что целовать своими губами ее куда-либо это не очень гигиенично, но я лучше выберу вообще не целовать своего питомца, чем делать это вот так вот, как в этом видео. Напишите в комментариях, ребята, свое мнение о всех безумных товарах, которые вы сегодня увидите. И, может быть, вы знаете еще какие-нибудь безумные вещи, тоже пишите. А мы идем дальше. Заморозка для какашек. Я даже думаю, сейчас Эйвон был в шоке. Introducing Poop Freeze. Frozen. Nothing. Good boy. Это такой специальный спрей. На нем даже написано Poop Freeze, что переводится с английского как какашечная заморозка. Так вот, этим спреем нужно брызгать на какашки вашего питомца, чтобы их было проще собирать. Вот вы пошли такие гулять, и сейчас по закону за своей собакой надо убирать. И большинство адекватных людей используют специальные всякие такие пакетики, кладут их, например, вот в такие вот штучки, вешают на брюки, ну, в общем, вы поняли. Но одни ребята из-за границы, конечно же, производители, считают, что собирать теплые кучки унизительно и противно. Поэтому нужно воспользоваться заморозкой для какашек, и процесс их собирания станет намного приятнее. Хорошо, давайте представим. Ходите вы такие, гуляете в парке, и вместо того, чтобы, когда собачка ваша сходила в туалет, быстренько убрать все это в специальный пакетик, вы достаете спрей и начинаете брызгать на эти какашки. Я думаю, как минимум на вас странно посмотрят люди. Ну, ладно, предположим, они подумают, что вы брызгаете такие вокруг какашек освежителем воздуха. А если вы гуляете не прямо около дома, а пошли куда-нибудь гулять или поехали, и вот вы такие заморозили эти какашки, сложили в мешочек и идете дальше. И у вас получается не просто остывшие какашки в пакетике, как было до этого, а они там размороженные. Ну, это же пипец, согласитесь, ребят. Сейчас у меня много животных. Собачки, кошечки, хомячки и даже муравьи. Вот в детстве у меня, например, была черная золотая рыбка Патрик и жила в таком большом треугольном аквариуме. И я знаю, что это ухаживать за рыбками. И вот еще один пипец. Устройство для выгуливания рыбок. Оно еще не так распространено, но уже есть люди, которые водят своих рыбок на прогулку. Я вообще думаю, что, во-первых, рыбок заводят те, кто не хочет как раз никого водить гулять. Но хорошо, предположим, вы так любите свою рыбку, что хотите ходить гулять вместе с ней. Но, во-вторых, разве это не стресс для рыбки? Людям прикольно, но, боюсь, рыбке будет совсем это неприятно. Что только люди не придумывают, чтобы зарабатывать деньги. Кстати, на канале моих питомцев сегодня юбилей, 400 тысяч, там тоже постоянно выходят новые видео, а на моем канале Энни Мэджик ваша любимая рубрика Юмичу, нет, нельзя лизаться, смешилки, в общем, ссылочки я там оставлю внизу в описании, посмотрите. Как вы думаете, что вы сейчас видите? В общем, этот безумный товар я не смогла обойти стороной. Это не совсем для питомцев, но тоже для домашних животных, которых мы все с вами знаем.
Это, только подумайте, шлем виртуальной реальности для куриц. Кстати, ребята, про технологии. У меня есть целая подборка безумных изобретений для животных. Типа детектора мурлыканья или электронного дневника для собак и кошек. Так что, если хотите узнать про них подробнее, ставьте лайк. И если мы соберем много лайков, я сниму такое видео. 3D-технологии уже очень развиты для людей. Уже можно не только играть, а практически жить в виртуальной реальности. Ну и правда, Миш, вот скажи, чем куры хуже? Пришло время для всех остальных, не только для нас с вами. Остин Стюарт, американский защитник прав животных, создал шлемы виртуальной реальности для кур. Что? Зачем? Итак, ребята, тут как раз есть вот такая вот маленькая доля логики. Курицы, живущие в жутких, плохих условиях, на маленькой территории, в малюсеньких курятниках, толпящиеся огромными толпами, страдают. И виртуальная реальность их шлема работает так. Там есть виртуальная свобода, виртуальные друзья-курочки, виртуальная еда. А в этом месте, где они будут клевать в виртуальной реальности, в реальной жизни тоже есть еда. Типа суть в том, чтобы курица чувствовала себя свободной. Ведь на фермах и на заводах, где они живут, крайне неблагоприятные условия. Идея неплохая, но не стресс ли курице все время ходить в таком шлеме? И чтобы купить каждой курице на этих фабриках виртуальный шлем, не дешевле ли их просто сделать более свободными? Площадь для выгула и так далее. Ну а я пока пойду, ребят, постираю в стиральной машинке свою кису Алису. Хотя, стоп, я же ее еще не купила. Стиральная машинка для животных. Если раньше это было что-то уникальное, и делали эти стиральные машинки только там пара каких-то компаний по всему миру, то теперь это правда уже даже норма для многих зарубежных стран. Выглядят все эти стиральные машинки примерно одинаково, вся процедура длится чуть более получаса, собаку или кошку помещают внутрь этой моющей машины, ну а там все как положено в обычной стиралке. Вода, шампунь, стирка, ополаскивание. Но прочитав разные истории про эти стиральные машинки в иностранном интернете, в русском об этом практически ничего нет, я узнала, что действительно в некоторых странах, например, в Испании, они даже просто стоят на улице. Можно прийти и постирать собачку или кошечку за очень недорого. С одной стороны, это, конечно, типа полезно. Ну, например, вы не любите мыть собаку или кошку, вам это не нравится, или вы этого не умеете, или она вырывается все время и не хочет, и вы не можете ее приучить, или вы шли по улице со своей собакой, пошел сильный дождь, грязь, она сильно испачкалась, а вы такие взяли своего питомца и в стиральную машинку засунули. Но с другой стороны, не слишком ли это большой стресс для собак и тем более для кошек? Они сами пишут о том, что кошки тяжело переносят процедуру. Мы умеем думать логически. И вот, предположим, ваша мама или папа суют вас в какой-то страшный большой аппарат и говорят: «Не бойся, он тебя помоет, все будет хорошо». И вы даже если и боитесь, то хотя бы просто терпите и успокаивайте себя, типа, ну, мама с папой зла не пожелают, наверное, они делают это ради меня. А вот кошка и собака так думать не умеют. Они не понимают, что когда их самый лучший друг, любимый хозяин засовывает их в какой-то страшный ящик, и там начинается то, что большинство животных все-таки не очень любят, мытье. И не руками хозяина, что, кстати, налаживает ваш контакт с питомцем, а какой-то жуткий, просто шумный монстр поливает их водой. Конечно, после 20 раз, в конце концов, скорее всего, собака привыкнет, да и кошка может быть. Да, но животному куда более приятно, когда это делает человеческая рука. Если уж вы сами не можете, не умеете, то хотя бы в салоне. Что такое? В общем, подписывайтесь на все наши каналы, соцсети, переходите на другие ролики по ссылочкам там. Увидимся завтра в Москве в МВЦ Крокус Экспо. И ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, пишите свои мысли, свои рассуждения. И увидимся скоро в новых роликах. Пока!